проходит уже 8-й раз. То есть вообще-то, когда мы начинали это 9 лет назад, мы даже не думали, что мы превратимся в международный фестиваль. Потому что фестиваль начинался с показа фильма «ГТРК «Регион Тюмень». Мне почему-то показалось, что досадно и обидно, что замечательные телевизионные документальные фильмы «ГТРК «Регион Тюмень» идут только по телевидению. А если показать их на большом экране, так начинался наш фестиваль. На первом фестивале мы показывали фильмы только «ГТРК «Регион Тюмень». Сейчас мы уже превратились в международный кинофестиваль. Каждый год к нам гостями фестиваля становятся всемирно знаменитые и признанные режиссеры во всем мире. В прошлом году у нас был Рудюн Хачатрян из Еревана, в этом году Владимир Тюлькин из Алматы. И так мы растем. И сегодня на 10 площадках фестиваля можно посмотреть фильмы израильские, швейцарские, итальянские, польские, немецкие. Вот. То есть и уникальность нынешнего фестиваля — мы впервые демонстрируем кино на 10 площадках по всему городу. Спасибо большое.